Утром 1 января кировчане присоединились к всероссийской трезвой пробежке. Приверженцев здорового образа жизни не испугал 20-градусный мороз. За массовым забегом наблюдала наша съемочная группа. Трезвость – норма жизни! Трезвость – норма жизни! В первый день наступившего года все желающие смогли поучаствовать в разминке и массовом забеге. Пробежка прошла в рамках акции «Я встречаю Новый год трезво». На что направлено? Направлено на то, что на развенчание мифов о том, что народ у нас пьяный, народ, значит, не знает, как весело и трезво развлекаться. Вот, собственно, своим личным примером хотим это показать 1 января. Чем не повод начать Новый год трезво, весело, задорно. Трезвая пробежка проводится уже не первый раз. Пример подали петербуржцы 1 января 2011 года. Затем к акции присоединились в других российских регионах. В этом году по улицам Кирова бежали также и гости города. Я сам веду уже 2 года трезвый образ жизни. Вот, принял решение для себя. Сейчас и семья моя потихоньку подтягивается. Вот, я хотел пойти на пробежку еще в прошлом году в Питере, но вот не получилось. Были тоже здесь на Новый год. Вот. А сегодня, думаю, в этот год подумал, а может здесь тоже пробегаю, да? Все, нашел группу, все, пришли, побежали. Участники массового забега считают, что собственный пример – лучшая пропаганда здорового образа жизни. А занятие физкультурой – самый позитивный способ проведения праздников и выходных. Мне понравилось. Единственное, что хотелось бы, может быть, немножечко побольше набегать. А так, в принципе, все очень хорошо. Коллектив хороший. Встретились с подругами, со знакомыми. Ну, я думаю, что пробежка удалась. После забега по улицам города участников ждали народные забавы в Александровском саду. Валентина Палкина, Сергей Щукин, Вести, Киров.